2 сентября в Гомельском горосполкоме пройдет открытый аукцион по продаже незавершенного строительством незаконсервированного жилого дома и на право заключения договора аренды земельного участка. На торги выставлено два лота. Оба участка предназначены для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов. Один из них находится в Романовичах на улице Монтажной, 2. Начальная стоимость около 12 300 рублей. Второй расположен на Луговом переулке, 5. Стартовая цена примерно 8 550 рублей. Извещение с перечнем необходимых для участия в торгах документов доступно на сайте Гомельгеодесцентра. Подробную информацию об условиях проведения аукционов можно получить также в землеустроительной службе Гомельского горосполкома по номеру телефона 31 09 48 или в Гомельгеодесцентре по номеру 30 12 46.